Галанджоба, мега брэбо, сегодня у нас на обзоре доставка еды. Это первый ролик на этом канале, больше роликов с обзорами в моем инстаграме, ссылочка будет в описании, или вот здесь еще подсказочка всплывет. Итак, сегодня я заказал доставку из пицца Ди Рома, и сейчас будем пробовать, насколько это вкусно или невкусно. Я поделюсь своим впечатлением, чтобы вы могли сложить свое. Что по поводу доставки, привезли достаточно вовремя, не скажу, что быстро. Когда я заказывал, мне пришло уведомление, что доставка будет где-то 45-50 минут, но привезли чуть раньше даже обещанного срока. С этим проблем не было и не возникло. Что ж, давайте перейдем к самому интересному, к распаковке. Итак, шуршат пакеты. Очень много пакетов. Они фирменные, что классно, но они такие, ну, обычные, дешевые, не бумажные. Тут у нас Coca-Cola. Тут у нас, я так понимаю, салатик, потому что это холодное. Много салфеток, это большой плюс. О, даже вилочки положили. Это очень хорошо. Пакеты мы сразу выбрасываем. Здесь я заказал еще маленькую пиццу, чтобы не объесться. И чтобы продегустировать пиццу, потому что заведение все-таки называется «Пицца Ди Рома». Но я уже заказывал в этом заведении и хотел с вами просто поделиться тем, что мне нравится. Я заказал еще пасту, вот она здесь горячая, даже чувствуется. Очень хорошая температура, прям обжигает руку. У меня пока что нет, к сожалению, термощупа, но если ролики будут заходить и вам будет нравиться, то я обязательно куплю и весы, чтобы порции точно взвешивать, и термощуп, чтобы мерить температуру. И еще я заказал свой любимый клаб-сэндвич. Сейчас я вам все покажу более подробно. Пакеты мы выкинем и попробуем, конечно же. Давайте начнем с пиццы. Пицца вот такая вот малюсенькая. И вот такая вот она симпатичная. Минус того, что ее не порезали. К сожалению, не знаю почему. Могли бы хотя бы на 4 части разрезать. И придется мне это делать самому. Это уже первый недочет. Вот так вот выглядит пиццулечка. Она такая малюсенькая, но для пробы нам достаточно будет. Стоила она, по-моему, 5 лари. Сейчас я ее порежу. У меня есть специальный нож. Быстренько сделаю это за пиццейола из компании Pizza Di Roma. Отрежем кусочек. Пицца, кстати, теплая, но хотелось бы немножко погорячее, чтобы была. Здесь у нас есть какая-то колбаса, ветчина типа хамона, помидорки, шампиньоны, оливки и посыпано это все розмарином. Хорошая, неплохая пицца. Стандартная для доставки. Я люблю немножко другую пиццу, потом как-нибудь в обзорах вам покажу. Но, в принципе, для доставки вообще неплохо. Окей. С пиццей мы разобрались, давайте двигаться дальше и покажу салат. Закуска, порция, мне кажется, большая, салат, по-моему, стоил 9 лари, салат с авокадо и что-то там еще, я не знаю что. Здесь авокадо, листья салата и помидорчики. Вот так это вот все выглядит. В принципе, выглядит и пахнет аппетитно. Здесь еще, по всей вероятности, есть какая-то заправочка. Давайте попробуем салат. Классный свежий салатик. В Грузии с овощами нет проблем. Они всегда вкусные. И порция достаточно большая. Напомню, что он стоил 9 лари, по-моему. В принципе, неплохо. Теперь давайте посмотрим пасту. Здесь еще что-то написано, не знаю, к чему это, но тут не название пасты. Как будто вообще тут похоже что-то из мира суши, роллов. Паста выглядит даже достаточно аппетитно. Пахнет божественно. Вот, посмотрите, тоже достаточно большая порция. Паста, по-моему, стоила 13 лари, если я не ошибаюсь, все цены я продублирую. И давайте же ее попробуем. Много сыра, я вижу здесь. Она такая тянущаяся, бекончик.
прям, ну, выглядит супер аппетитно. И напомню, что она горячая. И пахнет просто восхитительно. Очень вкусная паста. Сырная. Бекончик. Самое главное, что она не соленая. Потому что во многих доставках обожают все пересаливать. И это не очень классно. Паста прям супер. Сочная. Много соуса. Сыр. Все это еще в расплавленном состоянии, потому что она не успела застынуть, потому что не холодная. И, конечно же, здесь еще сливки, которые тоже не свернулись, что очень-очень классно. Так, откладываем пасту и переходим к последнему блюду. Вот это вообще мой любимый хит. Это Sandwich Club. И сейчас я вам покажу, вы сами все увидите. Стоит он, по-моему, 10 лари. И посмотрите, ну это же просто красотень. Здесь два сэндвича, по сути, две половинки большого квадратного хлеба, сэндвича, картошечка. Он супер сочный, с курочкой. У них есть еще с хамоном. Не с хамоном, точнее, а с ветчиной. И это просто вот... Этого сэндвича даже хватает на двоих. То есть мы вообще вот частенько заказываем. Стоит 10 лари, не так уж много. Для двоих прям супер вообще зачетно. Он, к сожалению, подостыл, потому что, видите, он в такой вот упаковке, не в термо. Немножко холодный, но классно, хлеб поджаристый, то есть тостики поджаристые. Здесь курочка, помидорчики, огурчики, какой-то соус и, конечно же, картошка. Картошка еле-еле теплая, хотелось бы погорячее, потому что, когда картошка остывает, это такое себе... Он становится такой немножко, ну, вот такой вот вяленькой. Вот такой вот вяленькой. Поэтому, но тем не менее. А, здесь еще сыр есть. Ломтики сыра. Ой, у меня улетела шпажка. Короче, сэндвич — это прям моя большая-большая любовь, потому что он реально не так дорого стоит и очень вкусный, и хватает на двоих. Рекомендую попробовать. Это прям... Я вот пиццу Ди Рома только из него заказываю. Супер сочно, сбалансированный вкус, тоже не пересолено. Хлебушек тосты поджаристые, сочно, не сухо, курочка не сухая, она такая полувареная, полуподжаристая. Овощи, все классно вообще, прям супер. Ну и можно в прикуску есть картошку. Если бы сюда еще клали какой-нибудь соус, я не знаю, там, например, ну хотя бы какой-нибудь кетчуп банальный, было бы просто вообще на 10 из 10. И если бы чуть-чуть, было бы погорячее, потеплее. Но это вот издержки доставки. В такую, видимо, коробку в термо не упаковать. А везут вот в такой, поэтому остывает. Благо на улице не холода, поэтому остыло не так сильно. Но... Круто все равно. Прямо вот если бы еще картошечки соус, было бы вообще восхитительно. На этом все. Ну, на Кока-Колу, я думаю, обзор делать не стоит. На этом все. Пишите в комментариях, на что сделать еще обзоры. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Будем делать и снимать видео еще. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите также в мой Инстаграм. Там больше различных обзоров. Много всего полезного, интересного, вкусного. И пока-пока, до новых встреч!